Губернатор Олег Кожемяка поддержал инициативу молодых учителей учредить звание «Почетный учитель Приморского края». Об этом он сообщил на встрече с педагогами в селе Булыга-Фадеева Чугуевского муниципального округа. Также он вручил награды Министерства образования России приморским учителям и отметил, что в этих наградах оценка их заслуг по воспитанию детей и того вклада, который они вносят в развитие приморского образования. Двигайтесь, совершенствуйтесь. Молодежь свое принесет вам что-то новое. Вы, значит, поделитесь тем, что было хорошее, оставите, сохраните. И вот так, значит, будем двигаться, как говорится, по мере современного развития с учетом всех наших традиционных ценностей. Губернатор принял участие и в работе краевого семинара «Использование оборудования Центра точка роста в преподавании предметов естественно-научного цикла». По данной программе в этой школе оборудовано 2 класса по физике и химии. Мы только недавно все-таки смогли его собрать, сам вот этот прихват. Потом будет работать захват? Да, потом они будут работать. Он будет поворачивать, в принципе, как и тот самый 3D-принтер. Ну давай, сколько времени понадобится? Вот мы приедем открывать. Уже тут Бреевки, сельский клуб. К этому времени, наверное, вы уже освоите полностью его, да? Скорее всего, да. Ну давай, молодец. Глава региона подчеркнул, что именно в сельских школах лучше всего сохранены нравственные ценности. Анна Дьякова, новости на 8.